Народ, привет! Ну что, я дома. Наташа тоже дома. Ура, добрались. В общем, с приключениями вы это все посмотрели. Сейчас уже мы будем выкладывать видео, что же мы привезли родным и близким. Сейчас пока этот диванчик еще пустой, я снова с тигрой. Да, это тигра. Покажи полосы тигра. Тебя леопардом называли, что тоже неплохо, кстати. Показываю мой чемодан. Повторюсь, ничего моего здесь нет. Вот. А, тапки были. Во, тапки. Помните видео, как я купила тапки? Вот это да, вот тапки здесь лежали. Вот это вот я вас обманула немножко. Уже даже от веса оборвался чуть-чуть чемоданчик, надо его подлатать. Все, сейчас через пару секунд буквально, ну для меня через, наверное, полчаса, вы все это увидите на диване и посмотрим, что же я привезла родным и близким и друзьям из Эмиратов, Кении, ну и остальных, возможно, стран. Ну что, друзья, где-то минут 40 раскладывала, чемоданчик пустой, а диванчик уже полный. Ну что, сейчас тогда встаем и начинаю вам рассказывать. Вот. Давайте просто посмотрим. Это все было в чемодане. Кстати, прошу прощения, света нету. Отключили. У нас отключают свет теперь. Бывает на 4-6 часов. Да, вот так вот. Такая ситуация. Ну еще. Мы не грустим с вами, мы рассматриваем подарки. Вот даже могу включить вспышечку. Так, смотрите, из Эмиратов, конечно же, очень много фиников. Даже не знаю, наверное, килограмма 4-5. Это вот Diet Crown. Наташа вам, наверное, потом покажет, еще у нее другие есть варианты. Вот я люблю Хенази, потому что они, ну, самые вкусные здесь. Еще есть Лулу, Фарт. Вот еще можно их пощупать, чтобы они были свеженькие. Даже если дата нормальная, да, почему-то финики твердые. Вот, поэтому рекомендую вам тоже вот финички так прощупывать. Ну, конечно же, финики, моя мама их обожает, друзья, тети обожают, так что, конечно же, привозим. И вот финиковый сироп, тоже очень вкусная штучка, видите, он до сих пор запакованный, потому что, ну, он может протечь. Финиковый сироп, ложка в день, это очень полезно. И вот такие вот штучки, две, мама очень любит, это как пастила такая, даже не могу вам передать. Просто как отламываете кусочек, засовываете в рот, это очень вкусно. Вот абрикосовый вкус, мама это любит. И тоже вот надо пощупать, если когда берете, чтобы свежая была, чтобы не такая вот прям вот твердая. Хотя мама кладет в холодильник и потом отламывает себе кусочек. Так, ну дальше отдел медицины. Не, ну сейчас вы будете смеяться. Не, ну конечно, я просто знаю, и друзья просят привезти именно этот мув. Этот мув это вот самая классная штучка вот от, ну, от мышечной боли и в суставах, и здесь написано и спина, и снова мышечные судороги, артрит. Но я сама пробовала, классная штука и стоит недорого. И вот можно найти только в Эмиратах. Вот мама меня просит привезти, ей, подружкам и друзья меня уже просят привезти. Как я уже много раз говорила, уже мы не магнитики привозим и что-то другое, и футболочки, а привозим уже лекарства в подарок, что не смешно, в принципе. Ну, много привезла, муф, ну, муф работает, маме на год хватает, ну, конечно, я привезу. Вот, ну, если вы будете в Эмиратах, именно этот вот муф есть, и муф классный, сильно подарок. Еще есть Занду, вот, смотрите, тут даже вот такая акция была, два покупаешь, один бесплатно, он довольно-таки дешево стоит, тоже очень классно, тут вот такой вот хедейк, значит, головная боль от простуды и тоже от мышечной боли. Но он классный тоже, но запах от него такой, знаете, как вот, кто спортсмены в раздевалочку заходишь, а пизертрончиком пахнет, вот это вот, конечно, он. Еще я запаковывала его тоже вот в такую штучку, чтобы просто он ни чемодан не провонял. Дальше Адол, Панадол, все это Панадольчик. Еще где-то большая пачка Панадола есть. Уже, я не знаю, не вытащила пока с чемодана ее, потому что почему-то не нашла. Вот. Адол, это не потому что там нельзя найти у нас в стране, вон парацетамол есть. Просто это вот мне врач выписывал, это, скажем, я не доела. Я не доела, отвожу друзьям, родным, чтобы деньги не тратили. Зачем? Дальше вот такая, а, ну вот тоже, вот, кстати, вот парацетамол тоже, это мне вот совершенно недавно выписали. Не доела, беру с собой, а мало ли, кстати, не дай бог, что в поездке хватит. Вот такие же вот брызгалки тоже от мышечной боли, и спортсменам классно на разминочку. Побрызгал, мышцы уже готовы. Дальше вот такая штука, кто был на Шри-Ланке, знает. Значит, пакетик такого чая, чай со специями. Мы на Шри-Ланке брали, потом нашли в Эмиратах, потом в Амазоне заказывали. Очень рекомендую. Просто вот полчашечки, и у вас такой чаечек,
который просто обжигает горло. Он такой остренький, это класс просто. Взяла несколько пакетиков, 10,5, чтобы друзьям просто попробовать, потому что почему-то многие очень кашляют, не переставая. Ну, наверное, после этого вируса. Дальше все еще продолжаем тему медицины. Просто я не знаю, доставляет ли iHerb, не доставляет, но у нас в Эмиратах на iHerb какие-то классные скидки. И мы взяли вот маме, тете лютеин взяла. Дальше глюкозамин с хондроитином тоже маме, тете крестной. И маме омегу она просила. Вот эти вот добавки, вот именно вот эту фирму она уже пила. Глюкозамин с хондроитином и эту омегу ей нравится. А лютеин мы с Наташей пробовали, тоже так нормально. Это для глаз добавка, очень хорошая. И тоже я привезла моим попробовать. Дальше, наконец-то, духи, ребята, девчата, Ахмад-эль-Магриби. Вот, даже в этом, можно сказать, довезла в брендовой коробочке. Вот он, Ахмад-эль-Магриби, это Зурейка. Видео про нее было, это когда мы пошли первый раз в Ахмад-эль-Магриби, накупили много всего, и нам даже показали уд за, по-моему, 32 тысячи долларов. Ну, видео оставлю в описании, смотрите. Так что вот, духи тоже в подарке есть. Дальше кофе, уже говорила, что это кофе Лордик, очень любит моя тетя, очень любит мама, очень крепкий кофе, сделан он в Эмиратах, вот, и просто вот как обычно натуральный кофе, залил, настоял минут 5 и пьешь. Мама любит, опять-таки тетя любит, мне нравится, но одна подружка мне сказала, не привози больше, он настолько крепкий, у меня сердце выскакивает, хотя там лет 7 я и привозила. Так что вот очень крепкий кофе, очень вкусный, классно будет с утра, кому нужно. Будете в Эмиратах, можете взять такой красный и зеленый с кардамоном. Но с кардамоном как-то мои не любят, а кто не пробовал, уже везу этот, зачем рисковать. Ну дальше, друзья, идет, опа, Кения, Кения, секция Кения. Вот, удалось довезти килограмм кофе, Java House. В прошлый раз мы довезли, по-моему, только маме я привезла и тете. Все, остальное все выпили. В этом году решили уже довезти, чтобы там еще друзья попробовали. Это натуральный кофе, а вот это растворимый. У меня тетя и крестная любят растворимый кофе. Этот кофе реально вкусный. Мы себе купили большую банку. В принципе, все эти подарки мы вывидели, что мы привезли из Кении, но этот вкусный. У Наташи всегда болит живот даже от такого растворимого кофе, но этот она пьет. Вот эта фирма мы впервые попробовали, когда ехали на сафари, классный кофе. Так что с удовольствием привезла. Это вариант чая один, вот это не буду распаковывать, а здесь уже просто написано, что кому. Вот, тоже фахари чай и вариант 2 вот такой. Киричу голд чай, тоже это вот друзьям, есть у нас любители чая. Это медик, в Кении вкусный мед, вот один маме взяла попробовать. Хотя она говорила, не вези ничего, ну вот взял попробовать, все еще он завернутый, ну, чтоб, конечно же, не дай бог, не растекся. Дальше, сюрприз, сюрприз, МакКофе. Ну, как сюрприз, мы вам все это показывали. МакКофе, вот такая 100-граммовочка, но это реальный, ну, как называется, МакКофе, но это реальный черный натуральный кофе, довольно-таки крепкий. Вот эта вот пачечка, это 100-граммовочка, а тут мало. Тут как бы типа на одну порцию 25 грамм, но скажу, это на полторы порции. На полторы порции, ну, если с друзьями пить, там, с другом можете выпить одна пачечка, ну, так вам нормально будет, средненько. Вообще, это вот как полторы, но это много будет. Дальше вот такие штучки, когда в нос дышать, очень классные, и просто почему везли из Кении, очень дешево стоит. Там, по-моему, на доллар вообще можно там, ну, очень много взять. Очень-очень даже много. А это мои подарочки. Это я привезла себе такого бегемотика прикольного, маленького такого. Помните, были видео, как мы их покупали. А ну дальше слоника, наверное, с бисера вообще просто красота. Это у него, наверное, такие бивни. Я, наверное, один подарю или два подарю подружкам. Прикольно на рюкзачок, чтобы было настроение с утра. Итак, все еще война продолжается, настроение не очень, поэтому пусть люди порадуются. И вот такого себе купили на сафари. Не показывали, как покупали, но показывали, когда мы уже делали видео, что купили в Кении, в Ашнил отеле. Вот такая штучка. Просто прикольно взял и положил что-то. Ну, кольцо, допустим, такое. Возле мамы поставлю. А, ну вот. Сейчас покажу, где они будут стоять. А стоять они будут вместе с гномами. Тут сейчас немножко прерываю секцию Кению. И гномы, врословские. Помните, как мы гуляли по Врославу, искали гномов? Вот гном с кленом, гном-трубочист. И вот гном, которого мы нашли первым, по-моему, спящий гном. Помните? Кстати, может, тоже одного гнома подарю подружке. Посмотрим. Кстати, сейчас покажу вам. У меня такой сервантик есть.
И тут мои коллекционные машинки стоят. Ну, такое есть, что-то в детстве собирала. У меня, конечно, побольше есть. Вот швеек стоит, кстати, ему лет, не знаю, там, больше 40. Это маме дарили, она у меня гид-переводчик. Так что вот, много всего здесь лежит. Это вот из прошлого года с острова, браслет с Кении. Не хотела ему никого отдавать, оставила себе. Микки Маус такой всякий, оловянный солдатик. Вот, там мама всегда шутит, что это она и я. Ну, похоже, в принципе, что могу сказать. И чашку из Старбакса мне привезла клиентка из Парижа. Это вот там, где сидели. Это прекрасное кино. Кейбридж Шоу, «Секс в большом городе». Вот там из этого кафе эта чашечка и есть, мне привезли. Ну, возвращаемся к Кении. Так, гномиков пока прибираем, потому что положила их на открытки, чтобы вам было видно. Открыточки мы с вами покупали. Прикольные. Это друзьям открытки. И у многих будет день рождения летом, поэтому просто денежку вставляешь и даришь. Так, дырочки убираем. Даже уже все подарки не умещаются в диван. Вот такая штучка. Наташе дали в ней тапочки. Такая, она такая ручной работы. Я, наверное, кому-то кофеек подарю в ней. Блин, будет классно. Дальше вот такие вот сумочки на доллар. Прям 5 штук можно было. Вот прикольные. Карифоровские, небольшие. Носорожек изображен. Классно. И последнее, что тут, прикольный рюкзак Альфа Ромео, в бренд Фолес взяла, хотела себе оставить, потом думаю, да нет, типа, друзья, у меня футболка такая же красная, Наташа сестре взяла черную, ну, я взяла на подарок. И в Найке мы купили тоже ребенку подарок, Джордан, классная футболка, вот, Найк, прикольно, Найк Джордан. Ну что, друзья мои, вот и все подарки, вот и все подарки, вот и все призы, вот. Так что в это тяжелое время мы добрались с вами домой. Спасибо, что посмотрели видео, поставили лайки. Напишите комменты, что вы привозите. Что вы привозили, кроме магнитиков, конечно. Магнитики, наверное, привозят все. Что вы привозите из разных стран своим родным и близким. Всем пока.